нас уже была. Первое. Чтобы уклониться от вражеских атак, нажмите прыжок 2 раза подряд. Хорошо. Хороший совет. Да, правда, я не знаю, может быть игра такая, может у меня видяха такая, но какая уж есть графика, такая есть. Вроде нормально, но, блин, все равно притормаживают какие-то процессы. Поэтому сейчас буду копить на новую видяху. Так, что у меня с резкостью-то? Не совсем. Конечно, понимаю, но... Вот. Поэтому, если вам понравилось это, как я играю, себя. Ссылка на кошелек в описании. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну давай. Бей. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем медленно. Ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Мать, ну полегче, полегче, сыну. Это дракон? Это дракон? Ну что, дракон? Приходи! Что-то не понял. И к чему теперь прятаться? Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Да мне тоже интересно. Более того, я знаю, кто ты. Сын, лезь в подпол. Живо. Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. По шее хочет. Иначе бы он не пришел. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Давай, открой дверь. Господи, что за доходяга? Я думал, ты крупнее. Да, зато хотя ты ростом ты не вышел. Явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же, я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Так. Пошел из моего. Хотя я что, ему ничего не сделал? Дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Ну, действительно, доходяга. Я предупреждал. Наконец-то. Ты не послушал. Нет. Нет, 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 нет. Ну? Нет. Че, все с одного удара, что ли? Потек. Нет, нет. Так дело у нас не пойдет. О, господи, с одного удара расхлестал всю. О! Так ты дохлик тоже какой-то, что ли? Что вы зимой голый-то ходите? Какое жестокое разочарование! Давай же! Бесполезно!
Блин. Ты скучен. Подожди. Чё, я не понял? На. Ты хоть стараешься? На. На. Ну, подожди. Уже, что ли? Я успел закрыться? Блин. Так медленно. На. Я не знаю, кто ты, чувак. Что делать со щитом? Я успел закрыться, точно видел. Давай. Ой-ой-ой. Да тихо ты, нахрена ты такой быстрый-то? Так. Как мне с тобой быть-то, блин? Мне надо где-то жизни брать. Да, блин. Ты не очень-то умён. Да стой. Да что, твою мать? А я, по идее, должен был победить? Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Это просто. Да кто ты такой? У меня, блин, ни хрена крыша из камня. Почему тут две кровати? Бей. Задел за живое, да? На! Господи! Охренеть, у меня дома теперь нету. Из какого дома теперь? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ни хрена, подожди, восстанавливаться, это читерство. Еще разок. Пошел ты нахуй. Слишком много слов. Почему со мной такая штука не прорабатывается? Где моя не регенерация? Хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Спартанская ярость. Что-то я понять не могу. Как оно должно действовать? Z плюс Z, ну-ка нахрен. Параметры. Прицеливание. Фиксация. Сильная атака. Все, больше у меня Z нету. Так, влево, шаг вправо. Так, это нота движения, взаимодействие, уклонение. Так, где? Так. Да как ты должен действовать? Так, это не идет. Блин, да я уже все перепробовал.
Ну-ка, параметры. Все-таки надо что-то тут. Сильная атака. Пока нет. Да давай, где-то ты должен стрельнуть. Бесполезно. На. Еще скучен. Бум. Где ты? Да. Где ты? Что ты скрываешь? Да. Где ты? Какой ты? Спокойно. На это нет времени. Какой ты злой! На. Бесполезно! Я же в сторону ходил, блин! Тихо! Ты все еще скучен! Что ты скрываешь? На! На! Я тебя сейчас здесь дожму. Постараюсь из тебя все выжить. На. Почему ты смеешься? Ты же бессмертный нахрен. Хотя бы при этом не смеется, наверное. Что это за монолит? Что там нарисовано на нем? Да я сомневаюсь, что ты, конечно, поможет. Ни хрена мы разрушили горы. Это вам не хухры-мухры, это горы, блин, разрушили. Так, туда я не могу подняться, жаль. Сейчас только отойду, это же падал, встанет. Как ни в чем не бывало. Я уверен в этом. А ведь что-то на камне было нарисовано, надо будет потом на паузе посмотреть на повторе. Что там за рисунок был? Просто кошмар, как интересно. Так. И что это за хрен такой? Кто он такой? Что за бессмертный? Вот, что и требовалось доказать. Уходишь. Ты уже уходишь? Ничего на нем нету. Когда Один послал меня сюда, мне нужна была лишь правда. Но тебе надо было состроить гордеца. Давай, бей со всей силы, я не отступлю. Ты стар и скоро выдохнешься. Но прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Господи, да я тролля мог бы порвать голыми руками, если я горы могу так воротить нахрен. Никакой топор мне не нужен был бы. Я бы его просто порвал бы. Взял бы и просто порвал реально руками бы. Ты же сам видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна. Как и твое сопротивление. Ой. Можно было без этого обойтись. Сейчас, подожди немножко. Ты жалок! Тебе не победить! Я
ничего не ощущаю, а вот ты ощущаешь все. Ну не сдаешься. Опа. Я же не мой брат. Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе. Остановимся. Ну нет. Покончим с этим. Тебе не победить! Да. Давай! Подожди. Я не чувствую. Прыжок, да? А я не умею прыгать. Так. Да где ж ты? Не чувствую. Охренеть. На, пока. Бесполезно. Почему это? Алгоритм выработан. Осталось только соблюдать его. На. Щит не помогает. Только уклонение хорошо поможет. Я убью тебя! На! Подожди! Блин. Сейчас реально меня так замучат. Надо только алгоритм. Поймал уже алгоритм. Надо было только его придерживаться. Что за хрен тут так? Вообще ни хрена, я его не скажу. Тебе не победить! Не. Вот так. Давай! Подожди. Чувствую. Стой. Почему ты такой быстрый? Уйди. Чувствую. На. Бесполезно. Почти успел. Нифига! На! Пока ты вот так вот. Я убью тебя! На! Все. Отбрасываем тебя на большом ударе, на сильном. А потом добиваем. На! И еще разок, это мы уже видели, только тебя в скалу следует, а в тот раз тебя хрикнакнул. Большим ударом вбиваем, маленькими добиваем. Вот и алгоритм выработали мы. А если тебя задушить? Один раз мы не можем тебя зарубить, может быть, тебя сможем задушить. Потому что там же не надо восстанавливать ничего, там просто нет кислорода. А не надо восстанавливать. Ой-ой-ой, ты, наверное, поэтому и боишься удушения. Я надеялся, что из всех, кого явишь меня, ощутить что-то, но ты не смог. Давай, души его. Он что, глаз хочет выколоть? Давай. На. Вот так. Сломал шею. Подожди, я его рубил, зарубить не мог шею, сломал, он понял, что у него... Чё-то я не понимаю. А как же, как Дункан Маклауд, в живых останется только один? Охренеть. Ну, по крайней мере, алгоритм, я говорю, мы выработали. Большим ударом его подбиваешь, пока летит его хренак. Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня?
спустя столько лет. А я хочу напомнить, если вам понравилась игра или как я играю, вы можете счет благотворительности на новую видеокарту. Что мне делать? Наш сын не готов. Прислать. Нести твой пепел на вершину. Любую копеечку. Горы. Потому что я так думаю, мне надо компсы в этом плане прокачать. А я не тот безумец, который все деньги готов из семьи на железяку потратить. В первую очередь это семья, потом все остальное. Но видеокарту, да, надо поменять. Вот и будем я ждать. Тоже. Я не знаю, как это сделать без тебя. У меня там, что, киви кошелек. И еще один. Вот тут. Две ссылки, три ссылки даже. Но оставаться тут нельзя. Куда можно? Денежку положить. Так. Каменный дом. Мне, кстати, интересно. Вот крыша каменная. Меня все что-то поражает. Это. Охренеть. Сын. Сын-то хоть знает, кто да я? Как? Я думал. Все хорошо? Все хорошо. Артей. Кронос. Идем. Кронос. Кратос. Кратос. Нет, такого не знаю. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Я-то кто? Полубог, бог. Атлант, атлет, кто? Вот тут я понимаю двери, кстати. Прошибешь. Амон не возьмет. Гора. Путь будет долгим. Выполнены отмеченные деревья. Да, но он очень важен. Что тут случилось? Папка побуянил немножко. Ну-ка. Нам домой пришел странный человек, покрытый татуировками, и напал на папу. Вот это была драка, все поломали. Раньше папа говорил, что я еще не готов, но, видимо, убийство чужака заставило передумать, кто же это был и чего ему было нужно. Непонятно. Что у нас тут? Так, ну-ка давайте. Черная броня, которую Андрей носит в знак траура по своей матери, обнаружение неуязвимости, враги, придушенные Артеем, получают увеличенный урон. Мамин подарок. Так, но мы же вот это сейчас одели. Навыки. Навыки в любой момент, да, можно прокачать. Требуется сила рун. Это ближний бой, да? Леофан, это что? Это топор. Требуется восстановление. Что-то мне еще надо, помимо денег. Я думал, это деньги требуются. Нет, смотрите-ка. Прицелиться и нажать Z, чтобы провести мощную атаку. Так. Требуется улучшение топора. А как его улучшать? Я... Ну ладно, давайте сюда пока. Требуется защита. 3, у меня 20. Дополнительный эффект. Это что такое дополнительный эффект? Это навык не обладает дополнительными эффектами. Вот что можно купить. Дополнительный эффект. Этот навык не обладает дополнительным. Так, спартанская ярость держит, чтобы нанести мощный удар кулаком, отбивающий врагов назад с огромной скоростью. Ладно, пока. Пока подождем. Мне пока не к спеху все это, да? Ни хрена навыки-то, блин. Ну-ка, броня.
Броня, мне надо броню искать, как я понимаю, чтобы что-то тут увеличить. Так, карта, кодекс, ресурсы. Яблоко. Яблоки так, позволяют. А как это? Ладно. Правда, я не знаю, куда вот эта дорога ведет. Может, я что-то упустил, пропустил. Ну-ка, если глянуть немножко. Вода. Ну, дорога есть. Деревья. Надо деревья попробовать, небольшое деревце вот это вот сломать. Понятненько. Ладно. Так. Пойдем. Винись, аж самому страшно. Землю развергли. Развергли, как правильно сказать. А подожди, а я как пришел-то? Нет? Плюшек никаких тут нет. Ну, пожалуйста. Блин. Так. Там еще вор. О! Смотрите-ка. Все-таки что-то нашел. Вот это находка. Так. Мы нашли эту игрушку рядом с домом. У меня тоже такая была, по-моему, это часть какого-то набора. Ага. Вот это да, мы находили уже такое что-то подобное. Ну-ка. И... Туда мы не можем, да? Почему-то мы еще находили... А, мы находили. Вот сюда мы шли. И там мы находили дверь одну. Так, тут мы ничего взять не можем. Погреметь. Пипец, вот это, блядь, навес. Всем врагам на зависть. Увидели и сдохли от зависти. Так, это пенек обоссанный. Нет, это не то. Я такое чувство, что тут, блин, скрытые ходы должны быть. Вот. Так. Нет, все-таки она какая-то, мне кажется, линейная игра. Опа. Линейная игра. И поэтому мы не можем пойти туда. Потом все равно, конечно, развилка будет какая-то. Вилка, развилка. Называйте как хотите. Оп. Я не знаю. Хотел. Мы же ему никто. Конечно. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Опа. Опа. Еще разок. Ты мог умереть. Не оставляй меня одного. Ладно? Ладно. Хорошо. Горы, блин, смотрите, такие пласты породы. Давай, мелкий. Блин, он сам себя подкидывает, как этот Мюнхгаузен, что ли. Так. Это мы знаем. Мы уже вас. Ты раньше убивал людей. Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Браугры, они и так уже мертвы. Но люди... Они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания.
Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Так, ползем, ползем. Сюда не залазим, нет? Опа. Это потом обратно идти. Что у нас здесь есть? Блин. И это было тут всегда? Да, что тебе надо еще? Какая-то мини-головоломка, что ли? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Ну, тут еще трупак. Вот. Так. Мышь! Крыса! Так. Хорошая идея. На, конечно. Твой папка гений. Ни хрена, вот это щипцы. Это какой Кинг-Конг тут жил? Так, я слезу туда, нет? Что-то напоминает эту сказку про великана, который на облаках-то жил. Этот. Вот Джек, повелитель, это победитель великанов, покоритель великанов, как он там правильно называется. Вот что-то из той оперы. Только тут в пещере вон. Все эти механизмы гигантские. Так. Пойдем. Папа. Оп. Есть. Место. Сын. Да. Давай. Оп. Да блин, я там прыгал, так нахрен я потом не мог запрыгнуть, что ли? Я же мега охренеть, топ крутой там. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношение и вешает повыше от воров. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Давай. Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Да, я тоже так считаю, что люди не должны поклоняться монстрам. Ой, у меня кот, блин. Так, я лоханулся, да, в этом плане? Ладно. Стоп! А как же ты переберешься? Я! Ой, не спрашивай меня, сынок. И... На! Вот и все. Так, а я гробницу-то расхапал. Блин, вот здесь что там может быть? Ладно, посмотрим потом. Ну что ты ревешь? Вот обормот. Ты посмотри, он. Так. Так, так, так. Наверху что-то есть. Да подожди. Оно туда бы упало. Да что ее мать-то? Ну, ладно. И вот так каждый раз, что ли, надо будет? Есть какая-то, должна быть какая-то альтернатива-то. На.
А почему ты не можешь стрельнуть, чтобы у тебя заморозилось? У тебя-то стрелы, по крайней мере, они хоть восстанавливаются. Со временем, конечно, но восстанавливаются. Я буду каждый раз топор ледяной кидать. Из чего он, кстати, сделан у меня? У Тора был из какого-то мега-карлика там планетного. Давай, ползем. Так. Минутку. Поехали. Я делал прыжок. Почему ты не прыгал, я не знаю. Ладно. А, тут отец, надо вот так вот. По пути мы встретим других людей. Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Сынок. Так. Пожалуйста, в другую сторону у нас есть. А что в другую сторону? Давай-ка сюда для начала. Я правда не знаю. Так, нет, 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 там мы выйдем. Так, иди-ка сюда. Ни хрена. Отпусти. Давай, 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 давай. Блин, я что-то короче, потерял. Я даже не... Ладно, попробую здесь спуститься. Как здесь спуститься? Как обратно, обратно, обратно? Я не хочу сюда. Во. Дай-ка я спущусь. Твою ж мать! Блять, это вот ни хрена себе, это вот... Ой, у меня просто нет слов. Охренеть. Пошли. Раз ты такой немощный, коллег, вот здесь запрыгнуть не можешь. Хотя, блин, ты... Ты охренеть какой сильный. Ты даже какого-то мега сильного завалил нахрен. И то не сильный, что ли. Поехали. Подожди. Ладно. Нет, нет, нет. Я почему-то уверен, что где-то тут что-то есть. Точно ничего нету.
Ладно. Просто у меня такое ощущение, что я что-то пропустил, что-то упустил. Именно поэтому я всю эту хероту затеял и задумал. Не хочется из-за ошибки потом что-нибудь. Так, ладно. Пойдем, сын. Батя сейчас покажет, как надо ползать нахрен. Опа. Ой, какое чистое небо. Смотрите, какой мир красивый. Горы. Смотри. Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Но вон там, в ней прореха. И там что-то какое-то сияние. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Подрастешь, поймешь. Блин. Смотрите, как все красиво. Идем. О. Не оглядывайся. Так, подожди. Мне нравится. Так. Что мы тут видим? А, так это наш дом, блин. Я даже что-то сразу-то не заметил. Вдаль туда смотрел. Это вот где мы были, там по реке плавали. Тут вот небольшой приточек у нас. Мы покинули дом. А где этот козлина? Где-то там. Ну и хрен на него, так. Опа. Какой-то отец, механизм. Подойди. Да. Что? Говори. Не знаю, что ты там задумал, но... Пойдем. Пойдем, сынок. Подойти, подошел и молчит. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Охренеть. Ну, кстати, тут руны. Руны — это как подсказки вообще, что рядом есть взаимодействие. Область открыта. Жди команды. Нападать будем? Конечно. Уже можно идти. Да. Куда ты? Давай. Да. 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 Опа. Драугр! Где еще? Он стреляет огнем! Это как вообще? Сын, соберись! Да. Вот и все, отстрелялся. Так, индикатор угрозы изображает вокруг Кратоса, указывает на врагов за пределами экрана. Так, изображаемый вокруг. Так, золотистый цвет индикатор означает, что враг близко. Мигающий красный индикатор означает, что Кратоса атакуют.
мигающий фиолет. Блин, а чем красно-фиолетовый там не очень-то будет отличаться? Мигающий фиолет индикатор значит, что противник стреляет Кратоса. Как хрен разница, все равно надо. Не зевай! Во. Я-то думал, все. На. Так. Подожди. На. Блин. Подожди. Так. Бум, бум. Да. Подожди. Да. Тихо, кто-то сверху стреляет, что ли? Да. Конечно, ну сейчас. Порву тут падлу. На. Так. Ну как? Я помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Конечно. Справлюсь. Смотри. Смотрю. А, ты тыкаешь-то пальцем. Ты тыкаешь с опозданием. Так, кнопку быстрого разворота можно изменить. Сын. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня язык. Добро пожаловать, Йотун. Здесь было селение йотунов. Великаны были совсем рядом. Но насколько давно это было? Вот так вот. Которая знала. Они вроде как родственны. Поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Понятненько. Это нам туда. Подожди, сейчас осмотрю здесь сначала. Это, по поводу, так, изменить управление, так, достать разворот, возврат аппарата, так, действия сына, интерфейс, так, оружие, карта, цели, навыки, фиксация сильная, так, атака, слабая атака. Блок парирования. Достать, убрать оружие. Так. О, спартанская ярость на 5, а у меня она что, на shift и захват, да, действовал? Так, движение быстрое, так, достать оружие, слабое, сильное, прицельное, возврат топора, блок, уклонение, параметры оружия, карта, навыки, цели, фоторежим. Блин, ладно. Оглядываемся. Я даже не знаю, куда мне надо так. Так, мы вышли из круга. Мы здесь, это... Как увеличить? Масштаб. А все это параметры, да? Так, так. Показать все. Показать входы, показать все. Параметры, масштаб.
Ладно. Давайте. Опа. Не зря зашел. Трупак, что ли, тут? Трупак. Какие-то здесь мульки, приколюхи и тому подобное. На дереве тоже ничего нет. Пойдем, у меня, кстати, ярость как раз набралась. А на кого только, на великана потратить? Продолжите путь к горе. Конечно, продолжим. А выбора у нас нету. Нет, нет, это не то. Камушки вот эти, блин, я думал, это... Давай. Опа. Опа. Ты его сделал. Да, я его сделал. Что-то еще? Стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. А в кого ты там стреляешь? Давай. Я пока буду соберухин. Эй, кажется, там сундук. Ну давай. Собираем. Опа. Так, мы что-то взяли. Слабая руническая атака, невероятно быстрый выброс энергии, отбрасывающий всех средних врагов и прерывающий их действия. Так, мы получили камень слабой рунической атаки. Так. Так, и так. Здесь вы можете выбрать любой из имеющихся камней слабых рунических атак. В рунических атаках обладают определенными так характеристиками и устанавливаются со временем. Рунические атаки можно улучшить, потратив так. А вот они куда нужны. Улучшение рунических атак повышает и характеристики. Щелкни, чтобы ставить камень, слабый. Так, гнездо Левиафана. Так, оружие, нажав. Так, оставленный камень рунической атаки, отмеченный особым знаком, чтобы вернуться. На закладку оружия нажмите. Так, здесь вы можете выбрать любой из имеющихся. Мне понятно. Это, короче, еще что-то могу вставить. Сильная руническая атака. Это слабая руническая атака. А я вот хотел бы сыну бы вставить. Люлей вставить. Могучий выконан двумя легендарными гномами кузнецами. Ладно. Давай, берем. Не знаю, что здесь должно было быть. Поехали. Так, чтобы провести слабую руническую атаку, удерживайте, потом нажмите. Ого, как ты это сделал? Давай, это вот так вот я сделал. Иди. Ага. Вон гора, идем. Погоди. Крепкий. Видишь? А-а-а, сын дебил. Отец! Держись! За веревку-то держись! Я сорвусь!
Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Вот сейчас там мне как бы люлей не навешали. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Степень опасности в атаке. Так, по цвету шкалы здоровья. Так, можно следить, насколько враг силен. Так, по сравнению с Кратосом. Помни, да. Меткость важнее скорости. Да. Давай. Вот так. Сейчас расхреначу вас. Давай. Вот так. Не. Оторви его, Пабло. Кстати, Драугер. Да. Пабло. Да. Блин. Спокойно. Вот так. Это последний. Блин, я там наверху не посмотрел, что у нас там было. Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Так. Все заберу. Все возьму. Так, ладно. Посмотримся. Что мы тут имеем? Так. Как бы посюда, да, не пришлось идти. Что-то есть у бегемота. Сын, ты что, что-нибудь видишь? Смотри. Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Так, место для торговли. Похоже, здесь был рынок, на котором торговали боги и великан. Наверное, это было еще до войны. Кто-то ломает стену! Наверху! Кто-то ломает стену! Блин. Драугер слева. Да. Да. Опа. Они слева. Да. Вау!
Подожди. Вы не успеете ни хрена сделать. На! Подожди, это еще не закончил с тобой. На! Следи за ними! Да. Кто? Все. Размотал. И тут у нас что? На. Все. Чё у нас? Чё? Ну, неплохо. Сынок, сваливаем. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Так. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. И да, напоминаю, собираю на видеокарту, поэтому любому рублю буду рад. Ссылка в описании. Пока!